Одесский моряк Олег Климик найден повешенным на судне «Героик Лидер». Трагедия произошла в немецком порту Бремерхафен. Родственники третьего механика не верят в суицид. Во-первых, до конца контракта Олегу оставалось отработать 4 дня. Во-вторых, у одесского моряка был конфликт с филиппинскими членами команды. В среду тело моряка должны доставить в Одессу. Его семья будет добиваться судебно-медицинской экспертизы. Родственники считают, что могло произойти убийство или доведение до суицида. Был экипаж, были старшие офицеры, которые могли бы протянуть руку помощи и могли бы предотвратить эту смерть. Нам поступила информация со слов родственников, и по тем разговорам, с которыми они общались с братом последние дни, то их слов — это доведение до самоубийства.